Вот смотрите, пожалуйста. Вот он прошел, трава повалена. Вот это аппаратура, смотрите, друзья. Всем привет, друзья. С вами канал «Деревенские дела». Приехали мы к Саньку. Сегодня опять в гости. Сегодня будем снова мы полоть картофель с помощью такой вот техники. Для тех, кто пропустил, приобрел ее недорого. По объявлению. Самодельная штука. Из чего она, Сань, сделана? Культиватор какой-то был обрезанный. Да, культиватор был обрезанный. Вот, есть еще одно видео, ссылка в описании будет на первое видео. Как мы пололи, получается, мой огород, как Санек сказал, моя картошка. Ну да. Да, а сегодня мы будем полоть его огород, вот с этой стороны. Ну так, по сути, они два твоих получаются. Ладно. По сути, да. По сути, да. Так. Вот, смотрите, вот такая техника, ежи здесь. Вот такие мы в прошлом видео установили, настроили. Ну вот, это самое, пропололи мы прошлый огород, неплохо. Конечно, сюда борону прицепить, она у меня есть, большая картофельная борона. Угу. Но были дожди в это время, вот, когда надо было это делать. То есть на огород не влезть было. Я сейчас не рискну, картошка уже сходит. Идти ну да, а то мы картошку всю это поднимем. Я побоялся, что типа вырвем ее. Да, да, да. А то мы всю картошку тогда выкопаем уже заранее, да? Будет слишком ранняя картошка. Ну все, друзья, сейчас Санек поедет, давай, я поснимаю вам. Давай. Ставьте лайки. Пока, подписывайтесь на канал. Погнали. Напоминаю, что проходит буквально, я не знаю, буквально проходит 30 секунд, и Санек полминуты буквально. И он ряд вот такой вот, я не знаю, метров, наверное, метров 100, наверное, есть здесь. Метров 100 есть. Вот, смотрите, пожалуйста. Вот он прошел. Трава повалена. Ну... Бывает иногда он слишком мелкую, он не цепляет как бы. А так вот все, вот он взрыхлил, пожалуйста. Все взрыхленно, прополото. Все здорово. Сейчас я вам покажу, как это все быстро проходит. Происходит очень быстро. Друзья, шикарная вещь. Я думаю, что Санек нисколечко не жалеет, что купил такое приспособление классное.
Получается, три междурядья она проходит сразу. Вот он разворачивается и погнал. И погнал. Шикарная вещь. Вот осталась половина. Прошло буквально, ну я не знаю сколько, ну минут 5 прошло. Вот сейчас уже будет больше половины проколота. От травы остается одна пыль. Гаврики появились, друзья. Колорадский жук хочет уже Санькову картошку ням-ням делать. Вот, друзья, смотрите. Вот даже мелкая трава, вот такая мелкая-мелкая. Вот она. Все, она лежит уже. Вот она, смотрите. Это шикарная вещь. Вот трава. Вот тоже он ее повалял. Ну как повалял? Все, он ее полностью с корнями. Наружу. Я не знаю, прошло буквально минут 10, наверное. Вот, Санек допалывает последнее. Представляете, сколько бы такую делянку, сколько такую делянку нужно было бы полоть вручную. Это просто вот ума не дашь. Ну все, вот последнюю. Получается, три междурядья он полит. И все. Сейчас посмотрим. А, здесь нет грядок, друзья. Санек просто чтобы доехать сюда. Грядки, вон они. Ну все, готово, друзья. 10 минут, ну может чуть побольше, может 12 минут. И все готово. Блин, мне нравится такая техника. Если вам тоже она понравилась, ставьте лайки. Так, сейчас спросим. Санька, наверное, уморился он. Сейчас скажу ему, уморился, Сань? Уморился, Сань?
И гляньте на него, 12 минут и все готово. Все готово? Да, засек 12 минут. Ну, все. Пару пальчиков подварит потом. Ну, след... Пальцы шатаются или нет, нет пропуски? Нет. Вот один выскочил, и второй, видишь? А. Или их не было, наверное, проглядели. Их не было, мы, наверное, проглядели, на среднем мы не варили. Торопились. Да. Ну, вроде нормально. Да вообще шикарно. А там картошка между рядов растет. Это ты, наверное, промахнулся, да? Нет, или это случайка? Прошлогодняя. А, это прошлогодняя? Да. Я и думаю, уже на ней колорадский жук сидит, ну, зараза. А что? Это какая в прошлом году, и не убралась. Вот, а зимы практически не было, морозы. Она вся, видишь, взошла первая. Так ну что, все, расти. Пускай растет там. Расти, картошечка большая. Ну теперь что, на этот, на окучивание. Жуков травить, но жуков травить. Это неинтересно, наверное. Да? Ну, наверное, да. Не знаю, пусть пишут в комментариях. Может, и интересно им будет. Тут жена, видишь, кукурузу посадила. Ага. Вот, тоже попросила прополоть. А ее как полоть? Да сейчас. Тут же рядов нет. Ну, пропололи. А ее видно, вон она, зелененькая идет. Ну да. Сейчас пропололи. А ты как будешь полоть ее? Так же? Да нет, там есть у меня другое приспособление. А, у него вот, смотрите, друзья, еще одно приспособление есть. Это мы... Она, наверное, сверху, да, полит, не между рядов? Нет, это сверху, это плоскость идет. Плоскость. Чтобы травка не росла. Угу. Ну, сейчас мы эту отцепим, вот, а ту прицепим. Да, и хорошо. И тогда покажем. Да, и тогда покажем, друзья. Угу.